Продолжается наша бизнес-сессия, мы знакомимся с интересными людьми, спикерами нашей деловой программы. Здравствуйте, давайте познакомимся. Здравствуйте, меня зовут Артем Мовсисян, и сегодня я выступаю от образовательной платформы TetRactis. Насколько мне известно, час длилась сессия, час вы вещали перед нашими зрителями, и тут же мы не дали вам немножко отдохнуть, тут же поставили перед камерами. Очень хочется узнать о вашей сессии, какие были интересные темы. Сегодня в нашей сессии я озвучивал тему интересную про инновации. Я рассказывал о том, зачем инновации нужны, зачем они важны, почему некоторые компании внедряют инновации успешно, кто-то внедряет не очень успешно, и блок, связанный с маркетинговыми инновациями. Чуть подробнее. Какие инновации нужны, какие актуальны сейчас, какие новые тренды нас ждут? Ну, основной месседж, скажем так, это то, что связано с инновациями в человека. То есть мы сейчас в такую пору сложную, кризисную находимся, что люди немножко паникуют и не знают, в какую сторону нужно, откуда брать информацию, откуда брать новые идеи и так далее. И вот основная, наверное, красная линия, основное сообщение, которое я пытался донести, это то, что вкладывать надо в людей, прежде всего, а не в технологии. И это то, что будут делать компании в ближайшей перспективе. Самое главное – это вкладывать в людей. И все будет тогда хорошо. Правильно я понял, что сейчас, как вот компания Google, да, которая говорит, что человек может приходить на работу, когда захочет, уходить, когда захочет. Вот, пожалуйста, он повалялся на шезлонге, вот он может поиграть в настольный теннис, и когда-нибудь, возможно, он поработает. Насколько готовы наши ритейлеры, в частности, да, вот к такому? Нет, конечно, ритейлеры считают деньги. И деньги, конечно же, надо считать, безусловно. Одна из важных тем – это сколько вкладывать деньги в инновацию. Потому что если в Америке, например, в одного сотрудника, который занимается инновациями, вкладывается порядка 353 тысяч долларов в год, то в России, конечно, этот показатель намного меньше, это порядка 35 тысяч долларов в год. Но для того, чтобы получать эффективные инновации, получать идеи, для этого не обязательно вкладывать много денег. Это... Я говорил про это порядка 30 минут и рассказывал про разные фишечки, интересные возможности, как компания может привлекать интересные идеи внутрь своего бизнеса, используя просто данные с рынка, используя взаимоотношения с партнерами, с другими компаниями. То есть не обязательно вкладывать деньги много в своих собственных сотрудников или в технологии для того, чтобы получать интересный результат. Сейчас есть интересные идеи, которые лежат на поверхности, и простой человек может, работающий в компании, их найти, не вкладывая миллионы. Конечно. Например, взять компанию Dell, известная компания, которая, по идее, могла бы вкладывать много денег в свои инновации, и они поначалу действительно вкладывали много денег, у них был бюджет более 40% от маркетинга на инновации. Тем не менее, они смогли его снизить практически до 7%, просто создали интересную идею Idea Storm, так называемый портал, куда люди могут спокойно заходить, логиниться, вставлять туда свои идеи, значит, обсуждать их. Они присваивают им какие-то звезды, рейтинги. И лучшие идеи, которые набирают больше всего очков, компания берет себе в внедрение. Вот один из примеров. Это идеально, когда мы разрабатываем логотип компании, можно отдать огромные деньги какой-то студии, ателье, которые могут разработать бренд. При этом, при всем, можно отдать все это дело на всероссийский форум, где абсолютно бесплатно очень креативные творческие люди сделают вам 20 потрясающих концептов, которые любой может пойти в работу. Абсолютно точно. Абсолютно согласен. Шикарная повестка. Дешево, креативно и, главное, это сплочает людей. Пожелаю вам удачи на вашем поприще. Я надеюсь, что наши инновации всегда будут интересными, экономными и, главное, приносящими результат. Благодарю вас. Спасибо. Удачи.